Парим уже с крепом. Не репа, а душу и жестко. Все, я ушел тогда. Ну да, если что, позову, короче, здесь. Давай туда. Давай. Дайте МК и ПЖ. Я ничего себе. Ничего. На 8. Если что, тебе только труба нужна быстро двигаться. Угу. После трубы тогда поменяю. Надо. Не, посмотрю. Ну, я хотел бы еще ДПС чекнуть, но без собой. На сапке? Да, но без собой смысла нет особо. Почему? Ну, то, что не поезд же старый. Есть пробитие. Ну, немецкой здесь же не хватает мне сейчас. Хотя почему сюда поезд у меня, по-моему, с Каражана. Которые обычки. А мы еще без гера получается. Гера для слабых. Гера. Нет. Пошли, иду, пошли. Котел. Может, до всех бахнем? Ну, сейчас до босса дойдем. Ты поближе стань. Дружок, пойдет. Разбила, Два семь четыре мало. Наша же получается чистить здесь кирой, так? Да. Нет. Не кокон. Винтусы. Грипни его сюда. Да, нормально, пускай идет. Не грип на волшебника потратил. Идет. Как мне сейчас не притягивает? Мне кажется, или я не вижу босса на инсту? Ой-ой-ой-ой-ой. Подойдите поближе чуть-чуть. Трое оранжевички стоят. Побыстрее, вот, окна разбивать ваши. Сюда бегать. Это дефриса.
Здоровый. Давай гриблить быстро вас. Пойду кольцо возьму. Хорошо. Буешки где? Буешек тут. Зачем ты тут? Остакаем на расплаве с тобой. Так и не начал. Дай рыба с собой. Да, так, я релоуд прописал. Лучше не по одному, а каждый. Ну если кто, каждый по расколу скинется, у нас общий раскол. Да, там общий. По два раскола кикну, и все. Вот рыбку поставим. В смысле общий, да, у всех он общий раскол. Да. Мы кидаем по одному и их уже два. И Рова. Так быстро накинем. Получается изучение механик? А есть еще символ. Да. Пойдем. Два раскола ешь. Ну это прочки обычно. Еще вот этот раскол действует на весь рейд. Поставьте шкаф. Весь рейд. Ну, мы Андрей поставили, а этого нет. Выхожу, оп. Так, мажемся, выпиваем. Эх, масла. Рыбка. Все, вот рыбка здесь стоит. Фасы кей. Можете фрост поставить вместо огня. Все. Все есть. Горным, да, время. Горным во время боя. Дуется еще. Держать. Во, дэвэм пуш, прожим, мужики, этим припойте. Пять, четыре, три, два, один. Распол стак и сразу. Ты вообще раскол кидать не будешь? Ну так. Так. Видите, смысл быстро. За спину, за спину. Ой-ой-ой-ой-ой, это вот, пошел. Так. Хотя можно было забрать, но там две пушки, не надо было, то ладно, я отказался. Если мне никому не надо, то скиньте. Не-не, забирай, если надо. Нам не зачем. Не знаю.
Потому что наделены особым знанием. Вы понимаете, что на мир пало проклятие. Вам удалось сквозь пелену лжи прислужников добить руды. Выша крутится, голодомучится. Угу. Вестник. Ну, вестник это смертельно опасно. Это да. Пахнет как. Если бы его споржить, то что на нем висит? Если какой-то был у нас. Ну, это не то же. Это же обузы вот эти вот. Да, черепок хочу, пиздец. Это как сегодня у меня Вардин спрашивал. Почему где-то вот варов убиваю? ЗДК, почему на 1-1, то есть в лицо просто не дерешься с варом, просто вот ЗДК не подходишь, просто дерешь. Так. Почему кайч? Почему кайч? Ну, к вару. Лицо 1-1 задрать просто. ЗДК вот так. Нечестно. Мужика надо было драться с варом. Нечестно. А мужика надо. Что, получается, не мужик? Оп, это бы я. Ну, половину сразу видно, или он не, он ДК же, да? Сразу видно ДК. Ну, конечно, как-то. Тише, стойте, не бивайте, я отошел. Сами. Как ДК. Все нормально. Да нет, там душа просто попала. А на душу падает, ты их собираешь, да? Не надо, чтобы вот дебафнуть совсем. Не именно, не ты даже последний должен носить. Не, вот. А он шем собирает? Да нет. Что он цок? Так. Кобылка цок-цок? Цок-цок. Опа, вот это боешек наваливает. Два щита, а то каждую руку. Да, это было круто. Это было бы реально круто. Ой, дзвонер, все. Ты как в игре какой-то билд через два щита. Да, я помню, как-то улица с ГВ. Мрач. Игра называлась. Радар. Вот это вот, понимаете? Что, давайте, готовность сразу. Казак, что за класс? О, а второй щит не выпал, ну все. Миликов у нас много, пусть это РДД на боссах играют. Милики быстро собьют, наверное. Ну так, так. Посмотрим, короче. Если ножом выполнимся, сразу... Да лучше с тем же работаем. Ну давай. Добавим пул ее. Пять, четыре, три, два, один. Мой верный слуга. Какие еще 27к, о чем ты говоришь? 27к. Ну, не знаю. Все равно какие-то прикольные цифры. Как говорится, почему он? Так. 9 секунд. Не. Так, мы решил выбелиться. Угу. Пойдем. А, шелда нет. Ну, значит, и бомжи нету. А, все уже утаскивается, да? Даже мобы не успели. Не, тут. А если бы Гера была, я думаю, сразу я же. Дух проверяем? Проверяем. Взрываем. Мобилизон. Нормально. Все, я слоил. Значит, так,
Да, нормально, обусти. Там по 3000 тикает. Ну, правда, под защитой этой своей. Зипы. Сколько по лок ударил, Грилли? Сколько тебя выпил дух? Короче, хочу череп. Сейчас, значит, выпадет. Всех он уже есть, кроме меня. Да нафиг. Пожалуйста. Вот он. О. Вот он. Захотел. Я же говорю, выпадет. Главное захотеть. Осталось сролить только. Застроить все, ниже, тварь. Череп, не пылить. Да, пылить. Ладно, я за ниди. Ой, бля, так и знал. Пойдем. Я тоже знала. Я в ноги кланяться не буду. А я хотел распылить. Че, пошли резать их? Трэш тоже убьем? Конечно, вообще надо весь трэш бить. Когда скипаете трэш, это плачу где-то один за каждым. Сардуш собирает. Зачем нам сражаться с вами? А че мы шею собираем? Нет, это... Пойдем. Опа, и конечно на трэш это урен прокает, но это классическая история. У меня на трэше валит и прокует, тоже классическая история, да? Я был заснул на трэше, нахуй. Женёк, вальки только трэш любят. Да пиздец, ну, блядь. Столка все любит трэш, там и воля, только на трэше. Опа, туда дракончик. Че, дыхание показать надо ловить на синдре? Показываю. А там ДД вообще реально от дыхания не умереть? Конечно, антимагию прожалуюсь. Не, а другим классом, как варом, че, шеве прожимать каждый ну раз? Ну да. Ну там 4 дыхания же зарастает. Отражение. Ну так. Я могу навесить, могу, в чем проблема. Риталы. Ритал нажал и упал. С варом собрать молитвы, все, которые можно и молиться. Что? Резисты собираешь? Резисты главное. Я на стрелять буду, я стрелок. Стрелок, наводчик получается или стрелок? Стрелок. Наводчик он тоже. Посмотри, ты каждый раз в стрелке просто двигался? Нет, один раз двигался. Значит, не ролишь трубу. Только раз, берите, только трэша скипаем, аж сердце просто болит. Одинка убийства, да что? Запускаю. Все взяли? Одинка. Ты с самого начала знаете, сколько убили? Кто второй? Это? Нет, не все, по-моему, взяли. С самого ты начала убили 30 штук. Берите. 30 душ с самого начала. 30 душ. А кто на корабле станет? На корабле? Да, любой ДД. Ну, давай мы с тобой. Давай. Там одного хватит. Тут вон пускай Кирус стоит, а вы все летите туда там. Чем быстрее мага убить, тем быстрее убьем. Окей. Будешь до конца стоять? Или ульта? Или вон Серафим может. Я могу с вами полетать. Ну давай тогда ты, Серафим, стой, я с ними полетаю. А тебе шумичка полегче. Он не знает, что делать. Говорит. А я полетаю. Он же тоже там быша крутит. Ой. Ангелс. Валька атакует. На, летел. Ну еще и нормально, красиво. Не дамажит. Ой, да много. 1600, 1700. Полетели. Зато гилят по 6. Усмирители сразу бейте пока что. 10 секунд. А, кстати, на этом корабле нельзя чарж делать, классно. Да. Да. Я тут чарри тогда про... Помогаю, Серафим, тебе помогаю. А что будет, если Мурадин убить? Просто новый выйдет? Нет, ну, его не... Новый Мурадин. Да и убить его, на самом деле, такое. Крепкий, он не убивается, у него один хп остается. Он алмаза останется. Он может, за это ачивку, наверное, кстати, дают, да? Или нет? Да, ну, да. Побейте, Войда сложит. Да ничего не сложит. Сложит? Скажешь, когда улетать, я просто тебя тебе бью? Да, до конца, наверное. Окей.
Только вот ИВБ надо из пушки вылезти и кому-то другому садиться. Чтобы он спилил? Ну да. Иначе его пробивать будет ужасно. Спасибо бы, я сяду в пушку. Как мы дамажим корабль, который стоит из железа? Стреляем огнём. Ядрами. Ядрами стреляю. Кумулятивные снаряды. Чего они с ним не дамажат? Опа. Не предусмотрена такая. Блин. Это ты чё, каплю дал? Или дала? Это что, девочка на спальне? Ну, считай, как хочешь. Просто войвер. Сокращенно, Вася. Массакра есть еще, да? Вася. Братух, тюка. Частица кончается. Яйца кончается, игра начнется. Это ИВБ, у тебя есть голос в диссе? Нет, у него нет. Это у него нет. Давай зубы. Что там, набиваете корабль? Не-не, а чё? Не, хотя вообще вот с Мародином получили, честно нравится. Да. Там долго. Порядок был, наверное. Не, чё? Сейчас сломаю, смотри. Ломай вместе со мной сразу. И пока. Блин! А добил. Пока. Так. Сколько там стаков было, не заметил? Там, последний, когда смотрел, 67 был. На Мурадине 93 счет. Ну, 25-ки он посильнее бил, конечно. Конечно. А как они добрались так быстро? Че, сундук успеваем залутать, пока чтобы меньше людей роило? Характеры? Тут типы со мной бегают какие-то. Бомжи? Исчезаю. Что, открываем? Все? Давай, давай. Ой-ой-ой-ой-ой. Это красота. Трубы точка нет. Все, ты все быстро добился? Могу, да, все. Пойдем, ну, давай. Раз еще маму приглашу. Да, буду. Завтра. Я даже чекать не хочу, потому что где совы и трубы. Вы обидели лесу. Похилит, конечно, можно спрашивать. Все, дарал, дал добро. Доброе. Давайте, удачи. Давай, давай. И дай нормальную лапу. В смысле? Лапу дай. А чё он 54 минуты?
А что, у тебя ненормально? Это с барабанов лапа вообще. А кто с барабанами дал? Ни у кого не было бафа, тебя просили, ты не слышишь. В смысле, никто не просил? Я тоже первый раз про это слышу. Информация. Обычно нет. Лапа висит. Не, не было. Я у всех почекала, ни на ком нет. Когда она не падает. Может, ручная была? Сейчас разберу. А может это? Кулаки? А может, да, на барабан у нас есть? Да, барабан. Я вам крик на пойдам. А, ой-ой-ой, у нас же два вара есть. Да, ой-ой-ой. Так как забудем и хп, и ап, ой-ой-ой. Ну, типа сильные, типа шарим. Угу. И в 9 тел сейчас будет. Да, на хардкоре. Открывали уже 9 тел. Да. Нормально, так уже порезали. Капа. Его там бить-то ничего. Я в таком случае не лезу, не стоять буду. Правильно. Что такое? Ну там у тебя, там у тебя. Какие капы тебе нужны? Силу миллион набери, потом. Силу миллион. Вот правда, миллион сил хватит. А что там меткость 8% для всех миликов? Мастер, сколько хочешь нужно набирать? Мастерство 0. Мастерство Фурику 22 где-то. 0 мастерства собирай. 26. А, Рамсу, да. Да 0 вообще, я число и ровел. Рамсу же мастерство там вкачает. Ты чё, блядь, знаток повара? Я? Нет, так у меня... Говорит, 0 мастерства собирай. Он пойдёт. Нормально. У меня лог был, кастинг с нулем меткости, говорил меткость вообще. У меня 5400 сейчас. Показывает. Как вообще можно там махнуться заклинанием, которое типа порча? Я это проклинаю, как этим можно промахнуться? Ладно, это танка какого-нибудь, что ли? 100% меткость. Сейчас 5200 с забафами. Не доклад меткость. Ну, 796 живот. Не такая, все. Ладно, быстро двигаться, заходи, опять этот пропал куда-то. Пойти. Тот, что писал гол, и исчез, на. И не исчез. Ты про Баку-то или кто? Да Дагуда там куда-то. Баку тоже стало, не придет сегодня. У него работа. А Дагуда же, он в игре. Ну, он сказал гол, я ему написал, пойдешь, он говорит, гол. А теперь я его говорю, гол, он АФК. Минуту всего пришел. Вот уже 5 минут АФК. Двигал, сейчас меткость будет, и ВБ в ШП. Ой-ой-ой-ой. Получается, с плана не будем? Так, норм. Сделай гнома, будет тебе меткость. И без гера еще. Ой. Гнома. Барабаны, если поработали, вот эти вот, бы, конечно, удобно. Только барабаны на скорость могут. Они работают на 70 уровень. Могу бы нормально гер давать. Надо мне инх-шамана сделать. Так, ой, так. Ну, просто. Энхи же задамажили сейчас. Ну, сейчас я дамажу. Ты заебешься собирать 4000. Ждали шамана, а он, блядь, АФК стоит. Хуй знает, даже не сказал, что он АФК. Он двигал, зашел. Да. Поставь, я в загрузке. Шкаф пока поставил. Надо еще релоуд делать, потому что интерфейс багнулся. Я только зашел. Ну только зашел, у меня половина иконы прозрачная, другая половина черная. Это нормальный интерфейс, значит, рабочий. Я релоуд делаю сейчас. Черно-белый. Как в шахматах играешь? Каре, играли. Давно, кстати, в шахматах не играли в каре. Да, шахмат. Так, я здесь. Здесь все? Вероника, ты тут?
Ну, видимо, нет. Что, у него заряжено, да? Ты глянешь ЛБ в ШП, ну аж конка. Тупо, как будто под плащом каким-то, не знаю. Лицо скрытое. 45. Ага, бот у тебя... стоит. Бот у тебя говно, даже нет? Вот это. У меня тоже говно. А как у там? Видишь, какие у меня боты? Готово, все, я запускаю, все готовы. АМК. Запускай. Я бы скарагер бот, топочек вообще. Двигалс без нас. Кого? Опа, крик. Я буду обновлять. Пойдем. Двигалсу дайте каску. Он за дверьми. Нет, здесь он вон. Он бежит, маленький монах. МК. Кого? МК. Майнд контроль? Да. МК на гриле. Спрашивай себя. Майнд контроль. Ой, все, тильт. Шторфанга на поводке вережно. Идет, пойдем. Керус, ты в мишке будешь домашнюю жестко? Да. Пойдем. Давай в оленя. Давай. Ванжи. Я врагами захуяю. Сейчас сорвешь, блядь. Чтоб сесть можно было и поехать просто. Свобода может птица. Оп, оп. С меня никто не сорвет. Ясно, все прокрыть. Хоть одна валька вылезет. Так, надо... Это не тот крыш, который ей нужен. У нас трэш живет 1000 лет. Зачем трэш бить? Все эти мелики делают. Да. Чё с боссом, кстати? Нормально у него? Жесткий диск начал песни петь. Вылетел. Исполняет. Ну, он такие, металл какой-то жесткий. Да. Жесть. Да? Упал, например. Верхний ярус открыл. Берич шей. А почему элементарь воды не воспримет этим холодом? Откройте там портал кто-нибудь. Вы там не сорвали босса? А, отлично. Босса жестко сорвали. А то я вылетал. А. Ты на боссе вылетел? Да, там два ляма когда взорвалось. Не заметили. Там мы его убили, да и все. Его шот. Ага. Ну, подвеску хотел переролить, да? Не вышло. Переролл. А хилы тут? Хил тут у нас или не тут? Не, хил бежит. Тут.
А чё, квест на кровь, что ли, здесь? Думаю, похоже, да. Кровавая кровь. Эридары страшные. Да. Эридары, ну, такие. Особенно лысые эридары, это вообще что-то еще. Дырявые. Просто не волосами. Так, представители эридара, могу точно... Вот у меня жесткий диск копается. Неприятно. Ну все, пора мягкий пук. Ну это да, это правда. Но ему просто вот который вот гудит, ему сколько? Это, наверное, наш. Ну, жесткие диски недолго работают. Ставлю. В отличие от создашник. Сколько голды ставишь? 10 голды ставишь, я сам же не упрет, я начинаю. Че, ребята, вы скоро там? Ну так, больше нет. 15 минут и заканчиваю. Корабли или че? Величалич. Сурка убили. Вот Джайна сейчас уже убил. Ты не отвечал 10 минут. Сколько нам еще ждать? Дяшел. Хорош. Я свободен? Добби не свободен. Херус, правильно стоишь. Чуть-чуть правее еще отойди. Правее? Ну да, чтоб ты откинул, ты трэш загрел, мы больше души. Давай. Хорош. Не, не получилось. Ну это да. А какой квест сейчас? На Ванатель. А можно ли, типа... Не, ну можно. С чумки тухлопуз? Да, тухлопуз, гниломорт и кросс. Да не, похер, мне оттуда почти шматья не надо. Окей, сейчас. Если ты без конца слышишь, или после вылететь на борт? Чё? Нет, ничего, без конца слышишь. Глутаем жестко. Нет или нет? Опа, слизня. Двинь пускай не зачем. Вонючка. Что ты уступишь? Место, а потом сам без проходки будешь сидеть. Если хочешь, давай так. Нет, проход какой. Проход? А о чем ты имеешь в виду туда? Так, в смысле кто? А, это Серафим? Да, Серафим пишет. У него нет. У меня нету. Так он же как раз за проходкой хотел. Я а что ты уступить хотел? Серафим, чё, молчи. Дай Инор по ИВБ. Че? У него есть проходка, и ты ему уступить хочешь, да? Я что-то не понимаю. На Личе вернулся. Ты что, трэш лежит? Последний его сможешь лететь, дайте ему портал. Добби с квадрата желательно. Личный портал. Портал в Ульпере. А мне, с небес побегу, так будет на Терштрата. Блять! Ты нажал? Да. Молодец. Поставь шкаф, блин. Слушай, а ты хорош. Да я уже в тильте. Это нормально. Вижу портал сразу тык. Это автоклик, это называется, знаете, вот эту пивоварню ставишь в рейде и поехали. Да, автоклик у вар всегда. Да, сюда еще, ребятки. А что мне этот... До конца, да, идем? Да, ну... Да, до конца. Не, ну я чтоб тоже до конца, а то там, я не знаю, меняться, не меняться с кем. До конца. Оп, табуретка. Табурет. Не. Вот так это войны говорят. До конца. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, они, а кстати, я зашел, нормально. 3 кг голды, по-моему. Да, это с ценой не очень стало.
Резко. Там будем ее бить. Я помню, за 4к голдовал эти штаны. Да она стоила раньше миллиард. Раньше, когда только вышли? Да. Про диспейсы. Без диспейс краем. Да там сейчас умрет. Не только ваш. Тут, походу, все. Скажите, Леночка упала или нет, мистер Орбанавт? Нет. Сейчас бьем ещё. А, ленточка? Нет, ещё нет. Ещё упадёт, не переживайте. Да. Так ты же убивал их, нет? Да я просто интересно. Пошёл метеорит. Только пойдёт. Стал. Побурстил 44к, в итоге сдох, блин. Слабенький? Да. Надо жить. Я даже прожался, но это не помогло, блин. Я искал, да. Не лагает, что ли? Как будто кнопки немножко не нравится. Если бы еще все зомби считались, все очень. Да, и ленточка. Сука. Это ленточка уже есть. Все, упадет, Женек, все, не бойся. Другу упустили, мне отдали. О, клёвенькая. Вот тебе да. Нет ленточки, все. Ну, выпало. А чё мы в эту сторону шли? А чего у нас лут сменился? А чё? Ты из-за 2К. Я тут за тараканов подъебал. Да, давайте, пока ленточки не будет, только труба не упадет. Да? Заебал это ленточка. Да ты шей сам, Женек. Блин. Это знаешь, собери 25 ДС, а, чтобы... Слизняк теперь. Да. Мой новая форма, слизняк, блять, могу. Слизняк, я убираю тебя. Да. Буду плеваться. Буду РДД друидом. Ловушка активирована, поехали. Прощай, ВБ. Не-не, нормально. Контролем. Прощаю, тебе пора домой. Санёк, Валька пришла. Я вижу. И она не одна. А, у них их три. С подружками, видал, ебать? Да. Целый гарем. Он, чтобы одно налича, и он ее с платформы скинул. Вот когда воля прокает, шелды вот эти вот ДЦ, не видите размера? Я поставлю. А Валька не может взять вот эту же Вальку? Валька, танка. Герус полуэтаж. А мы шаманом уже идем? Ой-ой-ой-ой. Сейчас забурстим. А ты череп уже одел? Переодел? Можно каску? Нет, каску. Не хватает немного. Надо капу перебить, меткости, видишь, не хватает. Спасибо. О, спасибо. Все. Жесткий ДБМ свой. ДБМ полдаю. Я себя встану в мелизоне, он туда харкнет? Нет. Можешь мелизоне вставить. А почему он харкнул? Депоты. Выпили, все, молодцы. Ну хопа, может, от маны рез, я слышал. Если меньше 3 человек в РНЖ, то он харкнет в мелизон. Угу. Что за агрессия пошла? Ну, у РДД 30 человек как раз. 4 нет. Все, одну сюда. Идиот, пойдет. Ты чё, 2 этих получил? Два. Истерии 2? Нет, 2 одного. Ну, нормально у тебя. Вот это Урен просто прокнул. Ааа. Я хочу сил. Тоже просто Урен прокнул. Ну, это надо это Урен уметь вызывать. Иначе никак. Чё быстрёшь? Да-да.
Поэтому в громом учете надо репку укачивать, туда возможно, я шанс атака. Так они говорят, все, все, отдыхай. Квест потом, да, брать там, дальше будет? Да. После трех боссов этих. Оп. Там 30 минут будет, вообще не будет права на ошибку. Да куда в десятки шибаться, тут уже все задроты. Ну трэш мы убьем до того, как этот петами присуммонят его или глазиком, а потом уже боссы пойдем. Чтоб на трэш времени не терять. Надо сразу квест тогда не... Не-не. Он убивает, только первое гнилие мы уже закончили. Да, это тоже. Вот это гниль пошла. Руки. Вот даже не... Главное, что две пачки. Руки с меткостью, с мастерством. Ну, это нормально. Это вот для начала, там, допустим, капу подбить вообще топ. Две. 251 шмот для начала вообще нормально. Ну, для начала, конечно. Конечно. Ну, ок. Это не самое начало? Начало. Ты только создаешь персонажа, нормально. Конечно. Так уже можно выгониться. Взял рейд, собрал 250 плюс с мужиков, пошел в тот. Ну, тоже норм, так. Надо только каску рыбакнуть, в принципе. Я спектр сюда положу. Сейчас. Смотри, я, Серафим, 5 сандеров сам настакаю, дальше ты поддерживать будешь. Надеюсь, мы поняли. А Кеннерик потанчишь, да, там, слизняк? Слизняка, да, я заберу. В блоке будет жестко стоять. Блокировать его будем, да. Крик обновить надо. Крик. А крик, крик получается тоже можно держать. Так. Я тоже подержу. Так, все, давайте добавим босс сразу. Все прям фрейм босса станьте. Только быстро убили, чтобы даже не... Ясно. Пойдет. Промах, если что был. Пойдет. Ой. Все, я не бью все. Просто Сандра на стаку. Когда промахи прокают, удовольствие получают. С хилов можете диспелить, остальных прихиливать. Ты под морду? Ну дамаж. Нет, только не щит. О, пойдет. Ты ДЦшник? Нет. Два раза на меня, спасибо. Нормально. Пожалуйста. Серафим, бля, стоп. Ауе. Да я забрал. Она сейчас плюнет в вас, это твоя вина будет. Это твоя вина. Там большой вылез уже? Вижу. Нажал таунт, взял ее в стол. Не бью. Путаем брызги. А, опять щит надо снимать. Там макрос написать на щит, дать. Почему ты Сандер, блядь? Там дорогие слабо. Вот, это факт. Ну там всего один раз, раз 30 секунд поддерживает надо. Ну Рагу, жирает, жирает. Я тоже иногда забываю, Сандер есть. Нормально. Да. Вроде надо есть. Повешу, повешу. Tell me when сделай. Ну я там ивент сделал, и чтобы еще все стандарты показывались. Ну да-да-да, это удобно, я так же себе сделал. Пойдет. Жестко зовут. Ну, кольчуга тебе. Кольчуга, нормально. Но че, только, блядь, не канает. Угу. Запястья никому не нужны такие? Я на ЛМ бахнул, бараль. Да бери, бери, бля.
Лема не дамажит. Ну ладно, не дамажит. 3-4. Опа, кристалл пропасти, сюда его. А если волонер, то 4 щита будет, да? Ой-ой-ой, волонер это имба. Да, это вообще. На ДЦ не котируется. Да? А так у вас оно хапало и этот? Конечно, Аршан. И Аршан. Аирдру. Тоже по кайфу. Аирдру по кайфу, тоже, потому что там на усиление должно быть. Если бы он считал абсорб и переводил его в свой щиток, то ДЦ было бы заебись. Аирдру тоже беспонтово, там омоложение мало же. Не, да, нормально. Почему? Аирдру хорошо. Дотки навесил на всех, она пропает. На Аршама заебись? Да. Ну, ДЦ только на приста только хаприз. На хапала заебись. На всех заебись. Да, на всех хилов хапала. Кроме ДЦ, да? Ну да. Ну что, заходим, пошли, что мы ждем? Я не знаю. Вот, да. Давай, паучку. Вот я. Этих жучков бейте, они не таргетятся через стап. Точечно. Какие хрен такие прыгают. Их просто правой кнопкой мышки, чтобы прокликать сможешь. Если бы за них... Это еще души были, это мертв. Но за них дают репутацию? Да. Репутация уже фулл, жестко. А это у тебя. Ну что, репофарм ходил жестко. Я на варе вообще почти никуда. А надо было ходить на репофарм. Вот, кстати, ты потанчил бы мне репофарм. Хочешь со мной делать, если мне некогда ходить на ваш репофарм? Фарм. И смотрите, кто прокнул. Короче, вот так вот. Ты бурен? Конечно. Блевотина. Нет. Ну что, профайл переведем, зачку? Ну и все. Гера на третий, если не знаешь. Напомните чуть-чуть тактику. Вылезает два слизняка зеленый, надо сближаться с РДД и бить его сразу. Угу. А красный от него просто убегать, тебя прохилят. Все потом понятно. Перефазы там. Будет еще колба кидаться, химическая колба. От нее сразу уходишь, она кидается сбоку от профа слева и справа, иногда сзади кидается. Если ты ее поймаешь, ты 15 секунд прессуешь. Для РДД надо от пельменей убегать. Плюс чумка там лужи пьет, пока да и клюет эти. На третьей фазе будешь перед лицом бить, и босс будет медленно водить по комнате. То есть там будет медленно водить по комнате. Mm-hmm. Ты просто перед лицом бьешь и даешь Геру. Все. Ну, короче, скажешь просто, когда Геру дать, и все. Я выбью потом старт, да, сразу. Mm-hmm. Все, выпил. Вот. Что ты хочешь постакать щитком или что, сразу начнем? Если постакать щитком, будет классно. Кстати, я могу Вордру спекнуться и тебя похилить, но братка уже нельзя же бой. Я постараюсь как-то, чтобы на первую косу. Да, пофиг, короче. Давайте, пофиг, может быть, давай. Давай пул, дайте пул, я сейчас. Пул, 10, готовьтесь. Тотем от всей природы поставь, кстати. 5, 4, 3, 2, 1. Бать. Это тут ДПС 20к. РДД, отошли. Я вашу первую выпью. Давайте быстрее 5%. Не успели? Ну, в принципе, перевели. Перевели? Да, перевели. Мне одной этой энергии не хватило, чтобы плюнуть в нее. Зеленый. Сразу все бейте ее. Танк заберет. Я сейчас сандеры покидаю. Блять, одной энергии не хватило, что такое? Давайте бейте. Ультра повезло. Сейчас уходите, колбы должны быть. Все, колбы. Что, даже не взорвали? Они... Никто их не взрывает. Ты такие слова не говори никогда. С ними рядом бить нельзя. Вроде бы. Они стоят и тикают. На третий тик у них три тика. Они взрываются сами. И пельмешка летит. Ну, куда вы стоите и лутаете ее? Вы не видите пельмешки?
Химическая бомба. Все. Да. Я в красную плюну. Просто отбегайте и идите. Вот ты прям в них забежал. Смотри теперь свой дебаф. Кто это? Да, я вижу. Бейте красный. Это Энг, что ли? Да, благо у меня меткости дохуя. Ну там 50-75% меткости. Ну куда вы лутаете пельмешки постоянно? Как мы 25-ку закрывать будем, папа? Не видите, пельмешки ваши летят зеленые такие большие. Перемен. Идите под зеленого. Под зеленого миника соберитесь. Я в него плюнул, все. Пельмешки в мили-зону летят, отойдите. Я плюнул в него, просто бейте или это. Блять, энергии много. Ой, как раз вижу вовремя. Полба скоро. Эксперимент я понял, что сплену. 2 секунды. От красного бегите, цель прохиливается, бейте красного. Сколько до перевода еще? А, все бежит. Уже побежал. 5 хуёво. Это нормально, там 200 тысяч. Все, добивайте сразу РДД. Она сейчас новую цель выберет. Угу. Сейчас рекат будет. Бля, там замедление пришло уже. Ой, разойдитесь. Быстро, быстро, быстро. Ой, блядь. Ебать, а что надо? Все, перед лицом стойте. Скажешь, когда забрать, я заберу. Да не надо. Геро, да? Геро, Геро. А в смысле, до конца не убить? Тогда мне надо было ДДС пекаться. А я же в танке. А кого тут 3 ляма? Тут не дамажит 3. Да, спать, по-моему, дамажит. Реально вообще не дамажит. Бомба, смотрите, мутирующая вот эта колба. Я же сказал великом бить из-под лица. Ну, почему я должен повторять все время? Перед лицом стойте и ходите с танком, чтобы колбы не лутать вот эти. Ну вот как он их поставил, там сколько до следующих? Вон 20 секунд, можно сейчас скинуть здесь какой-то. Да, 2%. Все, молодцы. Хм, ткань неплохая, кстати. Вечно танковый. Ну, у меня поезд хороший, сука. Ну это меч, да. Вот. Прикольный меч, кстати, прикольный. Да, окей. Ну, Вару 2.6 могу только таскать, такое нереально. Угу. Это паладин с тром. Да, это паладин с тром. Можешь я на нем сказать, тебе больше никому. Ну или на транс МД. Кто и вылетел? Подождите, ЭВБ вылетел. ЭВБ курить написал. Он не вылетел, да. Вылетел покурить. Так вон он написал, вылетел. Вот это. Понял. Короче, никто пока квест на кровь не берите. И на лестницу никто не заходит. Повторяю, на лестницу никто не заходит. Дальше не вижу тут моба. А вы видите квест? Квеста нету. А, кстати, а на кого квест? На Сендрагосу, походу. Тогда можем заходить. Да, тогда заходим. На Сендру, походу, квест. А мне, ха, ты же говорил, ты здесь квест. А если оно это? Так. Че это? Стакается с 25-кой. Нет, не стакается. Нет, не стакается. 100%. Сделали другие квесты. Угу. На Синдру, значит, квест. Нормально. На Синдру, то ок, все нормально. Потому что что, просто приставили? Вот этого играйте, большого и сильного человека. Ну, малыш, слабый. Не долечь.
сейчас корнями надо. Да, давай. Формики, да? Тактика. Да, иди ставь чайник пока, если ты слышишь. Бля. То ничего страшного. Кстати, это не я, я корни не... Я знаю, что ты, это ты. Да, это он жестко. Грипп. Да, это нормально все. Бля, грипп это не делаю. Пал герой. Ну, Боб бешит только. Да, если бы еще пуржил кто-то. Или они не пуржат Боб? Не пуржат. А за что оглушение? На 7 секунд? Если хорошее. Просто ни за что. Да, наверное, за что. Ну. Просто пришел душ пофармить. Вот, он все парирует. Ны. Мастерство 53 на. Всем. Всем миликам. Пойдем. И меткости процентов 40. Тысяча меткости, тысяча силы. Ты миллион силы. Меткость похуй тогда, если миллион силы. Я тактику подержу тогда на себе. Там это вот тактика. Да, иди. Смотри, что творит. Угу. Парируй удар его. На ДГМ будет все-таки за... Обычку? Конечно. Там может еще поезд залутать, приятно. Понял. Ну, это мафа не хватает, каски, кажется. Жаль, никто не отслеживает. Да. Тебафа? Да, ну 300 IQ, да. Скину, будешь бегать. Дор. Что-то против меня что-то услышал. Педатик, так. О, нормально, 10 тысяч, кстати, ударил. Прикольно. Да. А вот эти чарки, кстати, которые на Frost Resist на Zafu, они передаются? Ну, они ж нет, сказать? Они для кожи. Они требуют профессии, пожалуйста. А-а-а! Кожевку. Хватит, это кожевничество качать надо? Да, кожевничество. Кожевку и мобов дрочить. Кожевничество, алхимия, топ-проф здесь на сервисе. Из-за того, что они сопрот там. Правда. Мобов, правда, не очень приятно. А, нет. Ну, алхимия там, блядь, 75 обычный и 95 апнутый, да. А чё им по 5? А я разве не говорила? Нет, ну ладно. Что такое? А Серафима хотела пощадить. Он здесь ни при чем. Я уже вытащила 10%. Че, ты на келе наверху? Я не вижу на нем. Так, ты на ком будешь жить? Я давай двоих, чтобы агрона брать. Окей, тогда я буду на сверху. СС, дай по Найтмирмон. Брилет. Потом петов своих ставьте, мальчик. Да, успокойся. Просто бей его, Ланара. Когда говорю отходить, отходи от друг друга. И все. Ну и Сандр желательно. Видишь, завихрение маленькие, не подходи, иначе станет большим.
Так, готово будете. Что с Керусом? Керус, с тобой нормально все? Да. Что-то тебя плющит. Ты мне просто телепортируешь по экрану. Че тебя ты схал? Блять, Гера, твои минуты еще. Это нужно на Лану. Хорошо, что есть персональные эти. Могучие, их желательно разойти. Керус, хорош, жулик. Откинул меня. Ставь пятый, Грилит, ты первый. Просто пету поставь, можешь не дамажить. Я на вторую поставлю. Увидеть бы эту вторую. Опа, Мор пошел на сферы, нормально. Ну рука, смотри, Серж, ехрёк, у меня. Работа. Понял. Ебать, а чё так больно? У тебя там ещё завихрение. Да блядь, а чё у меня же три сферки было? Да. Всё, да. стопайте дамаг, кильте его. Бэрнул. Давай, поднимите меня нахуй. Блин, я тебе ещё сверху одну грифнул. Ничего не делайте, не отойдите, просто уйдите отсюда. Смотри, сейчас полетишь. Ты стаунтил? А, ничего не делайте. Сейчас забрал игру. Ебать. Все, сферки теперь забери. У меня ваншот. Короче, ничего не делайте. Не дамажьте, не бейте, ничего не делайте. Хильте просто меня и все. Все. Че, в угол бы отвел их просто и все там. Да не отводятся они просто. Не с самого начала я имел в виду. Сейчас дейте босс. Талдераму заберу. Давай попробую, забери, кто там активный из них. Давай, я под это. Вот. Я под Фрост, вот, можешь потанчу. На него частицу, да? Тут видишь, они каждую секунду скидывают агро эти ебучие сферы, и там хуй пойми, так они работают. Ну я, короче, их как? Я их отводил там в угол один, вообще ни одна не отагривалась. Просто пачка была, я вообще не умирал там. Жанар, так давай его тоже потанчу. Просто сверки далеко появляются. Если ты далеко от рейда стоишь, то не будет. Их. Если кто-то подбегает, они будут постоянно агролист менять свои. Надо кашлять. Чем больше, понимаешь, чтобы тебе ему полный иммун был от хаус-ботов. Я не знаю, там где-то, когда уже 5 сфер, в принципе, нормально стоишь. Ребят, вишер этот, отбегите только, еще будет прикол. Не следующий нормально. Прям у вас падает. Там кресят. Крест падает. Иди. За вами крест падает. Поднял его, поднял. Бейте килисер. В центре череп. Ой, я сейчас сдохну. Да, бомжас. Там пружит кто. Давайте. Это у вас сфера упала? Он сферы падает. Я и... поднял. Вихрь сейчас упадет. Смена цели. Смена. Так. Но у меня не зыбка будет скоро уже. Подбейте сферу там. Жар. Я пету посадил. Да уже давай я заберу, добивай. Да нормально, я под незыбкой танчу, чувствую. Да не, тут уже все, добивайте. Сейчас 200. Настоящий вихрь. Сейчас просто полетим. Колечко пойдет. И опять жезл, кстати. Жезл и кольцо. Где-то мы видели это, да? История повторяется. Mm-hmm. Я бил 3 минут. Есть эти маны? Не пуля?
Пойдет. Бля, даже забыл, что за эти хуесосы. Ой-ой-ой. Ваншот вот. Ну вот, ну так. Если бы у нас еще друид был, который Инар кинул по хилам. А, да? Пойдет, да, пойдет. Но если бы они псили... Я... Что, каждый раз спросить? Так я ж не слежу за их. Скажу, надо отслеживать фреймы. А нет, запоминаю. Скажу, на фраксе. Как вы умираете? У кого попало, бейте же. Вот, тай. Этот стоит чел. Бейте его просто. Макрос на таргет танка. Ну так, на всякий случай. Так, стойте, я туда стою жестко. Души не считаются. Че там по душам? Мало. Оп. Ладь, что ли, зацепить? Просто зря ты спулил, надо смотреть на ману хилов. Правда? Зря пулить. Ну кто так пулит, неосторожно. Все, хилы без МП. Еще шаманы энхи вот эти. Толка. Сейчас я умру. Как жаль. Вот, нихида что-нибудь. О, души пошли, пошли души. Добили моба, получается. Жирный моб какой-то. Ну а чё, у шамана хил есть? Я что-то не уверен, что он. Или Керуса спекать, нет? У меня нету хила. Нет. Всегда два прохиливали. Если не справиться, сейчас спекнем. Мне кажется, уже сразу. Ты можешь ДПС хватит? ДПС это стопудово хватит. ДПС у нас довольно неплохо. Ну давай сбегайся, Керос. Ну можно и в одного вообще пойти. Характер. Опа, ты же поменял. Какой дебаф выносить нужно? Напомню, пожалуйста. Тени и кровавый пакт надо сносить. Ну это я понял. Когда пакт, там соединяемся просто все, да? Да. Ну это хуйня, это я помню. А вот просто какой роящийся тени? Мне название надо. Я вот его вылетел, да? Если у тебя есть ДБМ, у тебя прям будет на весь экран, что у тебя я роящийся тени. Я просто на это хуй забиваю частенько, поэтому я читать стараюсь. Вот. Он намного все говорит, блядь, пиздец, происходит и еще что-то, а хотя нихуя не происходит. Так ты отключи туда его. Там же настроить его можно. Я не умею, падлу. Пойдем. Ну че, я выучу тактику, да и похуй, буду на автомате делать все и все. Да. У меня вылетело. Видите? Ничего страшного, трэш. За камера уплыла. Нам надо ускоряться, что-то мы замедлились. Где Женя? Он отошел? КВ я не знаю где. Бежит. У Синдрагоса КВ.
Если бы вот еще вот этот вот дворф, у него атака такая рубящая, круговая. Если бы он еще в это время уехал, было бы интересно. Было бы интересно. Саму рыбку. Оставьте шкаф, где он здесь. Да не надо. Надо, он еще внизу будет бегать долго. Ну-ка, второй вар крикни на хп. В смысле? Он же рыбу уже хавает. Вон тут. Так все тут. Вот что можно поставить, это камни. Вот это Серафим, кричи на хп, я на ам буду кричать. О, камешки поехали. А у тебя на 2 минуты крик. Окей. По укусам Лак, Арканат, Гриллит и Серафим. Если укусит Лака, второго кусаешь Арканавта или наоборот. Да его пусть. Ага. Серафим в последнюю очередь кручу. Друг от друга рейндж 8. А меня вообще не кусай. Да. Ой. Ты спекнулся в Эрдру? В смысле? В Эрдру, спекайся. А-а-а, блядь. Вообще не думаешь, не просили? Ну, лучше так. Чудо тяжко да. Будет еще. А у тебя 4D4 нет на братоваре? Нету, только 2. Когда бежать будем, ты не таунти, ничего не нажимай, просто автоатакой по боссу, и все. Дайте хав, Женек. При пули имеешь в виду? А вон же рыба стоит. А рыба, рыба да, рыба из-за хавы. Я могу просто рядом стоять. Блять. Обновите лапку, лапки у меня все. Просто автоатакой, и все, и рядом стоять. Я хотел Сандера настакать. Ну, там настакаешь после укуса. Потом, уже. Окей. Чтобы не получилось, чтобы там был усилен. Да, да. Хорошо. Танк, сука, жестко. Круче. Серафим, тогда на ап ты кричи, я буду на хп кричать. Я кричу, дерево да. Зеленое. Белое садовое. Угу. Яблоки даешь? Нет, все, даю. Все даю леща только. Процесс есть. Рейндж 8, держите. И ставите полукругом, а не вот здесь, где попало, вот здесь вставать не надо. Просто полукругом, чтобы сбежаться по вот этому. А давайте хилы не в одном месте. Да, хилы. Давайте я вот, например, стану. Да, займите место. Все, ДБМ-пу, ДБМ-пу. А, я ж под босса иду. Все, вставай, где хочешь. Ну так, блядь, ну встать. Я сейчас Серафим укус получит, пиздец. А нет, лак. Все, теперь могу бить, да? Угу. Второго арканавта укус, что ли? Геру после полетки. Кстати, это темп поставить от фера. Стоит. Все. Я поставлю бабу еще, когда она будет убегать. Взлетит, нажмешь бабу сокру. Я сейчас. Пакт 7 секунд, смотрите. Подойди, чем здесь? Подойди прямо в спину, да, на 8 метров, он тебя укусит. Ну просто чуть ближе хотя бы. 2 секунды, подойди к нему, он тебя укусит. Тени, готовьтесь. Блять, и сбросить нечего. Пиздец. Ну, не прохил вора. Долго не прохил, если я помню. У меня кусает. Нам так, к сожалению.
частицу можно на вара перекинуть, его больше бьет. Все, готовься. Антифир киньте на себя, там, не знаю, на кого-нибудь. Все, она пошла. Да, антифир. Все, друг от друга 8 рейндж наберите. Не стойте рядом. Масс... Не надо, не надо. Прохиливайте, свои жмите свои. Укус по грилиту и Серафиму. Вак, Серафиму. Так, ЛБ у нас хил? ЛБ хил. Серафима. Ты Серафима, арканат грилит. Подойди еще дерево. Древо. Все, кусайте. Гера пошла, Гера, да? Да Инер по грилиту. Я бегал. Или себе, ладно, нормально. Никого уже не надо кусать, мы уже зальем. А если не зальем, то кусай кого видишь. Вайда кусай. Лак меня укусит, а он 2 хилов укусит. Если на то пошло. Тени. Серафим, беги. Что, 13 секунд? На укусы? Да, успеваем. Да, да, блядь. Если что, кусайте, кого видите. Все. Пойдем. Там, кстати, у меня осталась секунда. Пойдем. Ну, ноги, кстати, кольчуга пойдет, нужна кому-то? А, ну. Не нужна кольчуга? Саны, заберешь себе? Все равно, никого не нужно. Дай их ролить. Заберу. Блять, уже 3 часа дождь не пил. Надеюсь... Ну, ты хотел дождь.